Лично я и многие офицеры отдела службы войск Генерального штаба не раз убеждались в том, что спецоператоры весьма значительно способствуют расследованию, эффективному расследованию преступлений. Военные следователи не имеют технических средств, фактически никаких, для проведения расследований. Поэтому, когда нет свидетелей непосредственных, следствие, как правило, заходит в тупик. Спецоператоры работают более целенаправленно. Они восстанавливают картину совершенного преступления, определяют круг лиц, которые в них участвовали, создают версию преступления, которая в значительной мере соответствует реальным событиям. Надо отметить, что не все спецоператоры готовы к такой работе, а лишь те, которые хорошо знают специфику военной службы, прошли специальную подготовку и натренированы к решению подобных задач. В военно-морском флоте проведена работа по поиску надводных и подводных целей не традиционными методами, а именно с помощью информационных каналов. Специально подготовленный оператор при проведении разведывательных мероприятий по радиолокационному образу классифицирует надводную цель и наносит ее координаты на карту. Точность указанных координат контролируется с помощью навигационной РЛС. В условиях сложной помеховой обстановки вероятность точной классификации не ниже 0,7. Кроме того, операторы, имея зрительный образ надводной цели, например, фотографию даже десятилетней давности, могут определить местонахождение объекта наблюдения практически в 100% случаев. При этом погрешность составит не более 100 метров. Вероятность обнаружения подводных целей в погруженном состоянии пока не превышает 30%. В военно-воздушных силах, отобранные по специальной методике слушатели Академии, пройдя теоретическую подготовку, научились подключаться к информационному каналу связи. В ходе эксперимента слушатели должны были определить содержимое закрытых конвертов, в которые на разных этапах эксперимента вкладывали изображения геометрических фигур и фотографии боевой авиационной техники. Запросы к информационному полю формировались мысленно, а ответы выдавались в разнообразной форме, например, в виде рукописного текста. На одном из этапов были предложены различные форматы космические фотоснимки и карты. Необходимо было отыскать требуемый замаскированный объект и расположить его на карте с максимальной точностью. После лабораторной подготовки разведывательный полет на самолете, оборудованном контрольно-регистрирующей аппаратурой. Под самолетом виден выбранный для эксперимента район. Прошедший обучение оператор без визуального наблюдения определяет, какие в данный момент под самолетом подстилающие поверхность, населенный пункт, объект, цель. В это время контрольно-измерительные приборы отслеживают местонахождение соответствующих наземных объектов. А вот эксперимент с визуальным наблюдением.
Операторы должны увидеть сквозь железобетонные стены ангаров, находящиеся в них технические средства, определить их количество, указать типы машин. Видеокамера фиксирует контролируемые объекты. Нетрадиционные методы разведки в стратегическом и оперативном звеньях управления повышают эффективность группировок вооруженных сил на 35-40%. Их применение в тактическом звене повышает эффективность в 1,8-2 раза. После особого курса обучения, позволяющего значительно повысить энергетические возможности человека, спецоператоры приступают к практической работе по определению целей по топографическим картам и фотоснимкам. Далее, наземная подготовка операторов по оригинальной методике для проведения разведывательных полетов на борту специально оборудованного самолета. Цель полетов – проверка возможностей нетрадиционного метода воздушной разведки. Анализ показал перспективность разработанной методики. Спецоператоры без каких-либо приборов правильно определяли большинство целей, над которыми пролетал самолет. Их информация контролировалась специальной аппаратурой и сравнивалась с реальной обстановкой. В эксперименте, проведенном с курсантами Черноморского военно-морского училища имени Нахимова, доказано, что подготовленные спецоператоры способны определять и классифицировать морские цели, находящиеся в акватории. Проверка показала стопроцентную классификацию 20 предложенных целей. При этом ошибки в определении координат не превышали 100 метров. Проведенные работы подтвердили высокую эффективность подготовки спецоператоров нетрадиционными методами. Мы сейчас проделаем с вами такой эксперимент. Одну из вас я дам лист бумаги, на котором будет написано фамилия, имя и отчество больного. Второй дам тоже фамилия, имя и отчество больного, плюс фотографию. Одна из вас будет диагностировать больного просто по фамилии, имя и отчеству, а второй по фотографии. Попытаемся это сделать. Диагноз ставится без контакта с больным. Пищевод норма, желудок, язвенное состояние, кислотность повышенная, печень больна, воспаление, выписалось гепатит. Желчный пузырь, есть тоже небольшие изменения, но они несущественные. Желчные пути зашлакованы. Так, поджелудочная железа больна, существенно, надо лечить. Лечение, которое в каком-то плане совпадает и с нашим мнением. Действительно, у пациента имеются некоторые нарушения в гепатобилиарной системе, как мы называем, это печёночно-желчевыделительная система. Там есть определенные нарушения, которые носят функциональный характер. В язвенной болезни 12-перстной кишки, которая выявлена при настоящем обследовании. У нас сейчас больной посылает, у нас получает комплексную терапию. Получение экспресс-диагнозов вне зависимости от места нахождения больного. Печень затронута. Там не то, что воспалительный процесс, а нарушение происходит работы печени. Позвоночник
именно в области поясничного отдела, в общем, в области поясницы, есть затронутые позвонки, которые некоторые даже сросшиеся. Видимо, был процесс сильного ушиба или удара у этого человека. Значит, действительно, в 87 году у него была травма, неудачное приземление на парашюте, перелом поясничного позвонка, в настоящий момент сросшийся, без функциональных нарушений. И по проблемам печени у него повышен билирубин, как мы называем это, доброкачественная гипербилирубинемия или, так сказать, синдром Жильбера. Метод транскраниальной доплерографии головного мозга. В основе лежит ультразвуковое исследование сосудов головного мозга. Основной параметр, который мы снимаем этим методом, это линейная скорость мозгового кровотока. И видно, что здесь линейная скорость кровотока 84 сантиметра в секунду, что свидетельствует, повышение сосудистого тонуса, в результате чего увеличена линейная скорость кровотока. В данном случае оператор воздействует на больного 3 минуты и без лекарств расширяет среднемозговую артерию. Кстати, оператор может не иметь медицинского образования. Итак, мы видим, что после экстрасенсорного воздействия линейная скорость кровотока в среднемозговой артерии равняется 72 сантиметра в секунду, что говорит косвенно о сосудорасширяющем эффекте. На ваших глазах оператор, не имеющий технических знаний, рисует фрагмент схемы электронного прибора. Обрабатывая полученную информацию, мы получили часть электронной схемы медицинского прибора. В процессе вопросов-ответов, уточняя и конкретизируя различные элементы схемные построения, можно расшифровать принятую информацию и по этой информации уже, как говорится, изготовить конкретные приборы. Ученый неожиданно для себя получает знания в неизвестных ему областях науки. У меня была проблема написания второй главы диссертации, где, в общем-то, была проблема найти именно то звено, которое бы соединяло космические силы и средства, существующие или гипотетические, с настоящими существующими соединенными частями применительно к дальней авиации. Ну, честно говоря, я сначала не поверил этой ситуации, получения дополнительного источника информации. Но, тем не менее, значит, потом, само собой не скажешь, но обнаружилось то, что я в течение полутора месяцев написал вторую главу. Это я потом стал анализировать и пришел к выводу, что, в общем-то, здесь что-то даже есть не мое, не родное. То есть, если я раньше писал, анализировал с позиции своей основной специальности, я штурман по специальности, то здесь, в общем-то, применились такие формульные зависимости и некоторые интегральные функции исчисления из области сближение и поражение истребителей, то есть в области противовоздушной обороны, что, в общем-то, с моей точки зрения, в моем багаже знаний такого не должно быть. И литературу я такую не пользовался.